Сарика Продакшн Студио! Что, Айгуль, вы уставились в телефон? Что вы там видите? Текст. Айгуль видит текст. Здравствуйте, ошарашил, друзья. Который... Здравствуйте, который друзья. Меня ошарашили, да. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здоровьтесь. Здравствуйте, друзья. Айгуль Умарова. Со сранья и ошарашена. Да, со сранья ошарашена. Она пришла на урок. Ей 30 лет сегодня. Исполняется. Почему 30? Потому что у Светки Соколова день рождения. Ей сегодня 30 лет. В 1989 году хитом всего Советского Союза стала песня «Розовые розы». Значит, группа «Веселые ребята». Там был солист такой Добрынин. Он до сих пор поет эту песню. Старенький уже. Ходит по халтуру. Айгуль Умарова я предложил эту песню, но не в классической аранжировке, а в аранжировке российского музыканта Валерия Степанова, такой поп-джазовой аранжировки. И Айгуль уже начала потихонечку, ну, зная о том, что у нее очень много было проблем с ритмикой, синкопированной такой джазовой, вот я все равно ей продолжаю давать. Вот в прошлый раз мы «Старый рояль» сняли, да? Вот, а сейчас будем Светку Соколову в необычной аранжировке, вы это увидите, и надеюсь, вам понравится Айгуль. В этой роли. Хорошо. Давайте пробовать. У Светки Соколова день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Значит, споете вот так. Давайте попробуйте. Так. Прям близко. У Светки Соколова день рождения. Прям вот так. У Светки Соколова день рождения. Ей сегодня 30 лет. Дальше. Я несу подарок, поздравления и огромный. И огромный, красивый. И красивый розовый. А тут огромный? Нет, ага. Ужасные слова, даже. У Светки Соколова день рождения, ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления, и красивый, и красивый. Я несу в подарок поздравления и красивый. Нет, и сразу, да, давайте. Давайте. Я несу подарок поздравления и красивый. Нет, и красивый. Да и розовый букет. Поняли, да? И красивый розовый букет. Вот, видите, все. И красивый розовый букет. Врубились, да, вот так. Это синкопа называется. Давайте врубаем. У Светки Соколова день рождения. Не-не-не, вы что, не торопитесь, не торопитесь. Все ровно. Угу. Айгуль. Угу, да. У Светки Соколова день... Вот здесь уже синькопы пошли, да? Надо точно спеть. У Светки Соколова день рождения. День рождения. Вот эти синькопы. День рождения. Да. День рождения. У Светки Соколова день рождения. Понимаете, да? У Светки Соколова день рождения. День рождения. День рождения, день рождения, день рождения. Понимаете, да? День рождения. Еще раз. Два, три. У Светки Соколова день рождения. Ей сегодня три. Давайте еще раз. У Светки Соколова день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. У Светки Соколова день рождения, ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в пятом классе, и тебе 12 лет? Вот тогда на зависть всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовый. Еще раз. У Светки Соколовой день рождения. Нет. У Светки Соколова день рождения, ей сегодня 30 лет.
Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Еще раз вместе. Я несу подарок поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в пятом классе, и тебе 12 лет. Вот тогда на зависть всем ребят.